И на трассе прямо сейчас. Григорий Гусев и Тачингу Вадим в его исполнении. Красиво потрогал там границу трассы. Еще что за ним. Григорий Гусев и Тачингу Вадим в его исполнении. Красиво потрогал там границу трассы. Решил, что за нее не поедет Грик. И отправился собирать перекладку. На сей раз вообще без нюансов. Без ручников, без чего бы то ни было. Чистый драйв, чистая мощь в исполнении пилота из напарки. Вот коррекция, к сожалению, на последнем секторе. Но как... Это была такая зарисовочка в социальной сети, фотографии его машины и подпись «Сегодня мне дадут порулить» и радостный смайлик. Замечательно. Вот, да. Кто-то может не дать что-то Григорию Гусеву. Механики могут сказать. Блядь, блядь.